Всем добрый... Простите, врываюсь в эфир вот таким вот кашлем небольшим. Привет, ребят. Всем добрый вечер. Тут даже небольшой активный чатик у меня организовался в ожидании игры. Привет, привет, совесть. Так, кстати, давай я прямо сейчас попробую запустить твою песенку. О, привет, мама. Привет, привет. Привет, ребят. Сейчас дискотека будет и бургера. Да, возможно. А, давай сейчас попробую запустить твою песенку, которую ты пыталась мне два раза. Давай, не болей. Да я-то ладно. У меня сегодня проблема у Даниила какая-то странная нарисовалась. Просто ни с того ни с сего температура 38,3. Я прям на самом деле как-то себя не очень так морально чувствую, но сейчас пока вроде все нормально и... Не знаю, я надеюсь, что это зубы. Стреляй в него, стреляй! Вроде как бы других симптомов нет. Да и ведет себя адекватно. Да вот, вот лезут, лезут, там-то и дело. Я думаю, что это зубы. Привет, Агав. Так, ладно, обещанная песня от совести, которую она пыталась на прошлом стриме постоянно поставить. Привет, Квеч, спасибо. Спасибо. Она пыталась два раза ее поставить, эту песню, и YouTube говорил, у нас слишком... Слишком Привет, дед, он же Раф. Привет, Изи. Да, вовремя попасть на песню — это умение. Так, ну врываемся в эфир теперь уже в игровой такой режим. Это был запоздалый донат от совести, который она пыталась провести пару раз, но YouTube почему-то говорил, что эту песню можно слушать только на YouTube. Да, возможно, все собрались сразу. Это даже
Даже действительно чудеса. Так, ребят, еще один моментик по итогам предыдущего стрима. Что совесть, что чума. Получали какие-то неожиданные и непонятно почему какие-то оскорбления, провокации и так далее. Поэтому давайте заканчивайте эту херь в чате. И если будет такое продолжаться, то, ну, разумеется, это будет какой-то бан. Поэтому давайте следите просто за тем, что пишете, и ведите себя более корректно. Ну вот, наверное, с итогами прошлого стрима теперь мы точно разобрались. Кто он? Ну, по крайней мере, Некрон-то вел себя очень странно. Это на практике, то есть... Не, мать, никто не обижал. Если ты не раз в жизни не какал, то как бы, ну, ты не человек, я считаю. На горшке нас... Мать обидеть, это вообще, это типа расстрел. На горшок, там же цветы надо сажать, ты чем у него срать, лол? Ну все, ладно. В общем, возвращаемся к игре. У нас сегодня играют Danger Kids и... Сейнс. Ну, да. Ну, человеческое не особо помогает, потому что там азота немного. А как раз таки в говне азот является удобрением. Дикей уже все на месте. ST тоже все на месте. Правда, пару человек в спеках. Они сейчас заходят. Играют опять приход. Ну все, ради, нажимай тогда. В принципе, все готовы. Все на месте. А вот сейчас будет очень интересная игра. Я ставлю на ровную игру, ребят. Прям вот чувствую, ровно-ровно будет. Блять. Танк вначале, мне кажется, один будет. Как ВПС нормально сошло? Хотя, возможно, это 100% будет ровная игра. Мне кажется, прям вначале. Так что да. Две плевы. Блин, ну ты знаешь, меня прям так коробит, когда его называют некро и так далее, потому что я знаю действительно настоящего некро, который на коре давным-давно, и все старые постоянные игроки знают действительно настоящего некро, который по своему поведению в игре был реально топовый перс в плане как человек. Он всегда был на позитиве, никогда не негативил в игре. Да, он... чуть-чуть сагрился на админа из-за того, что там произошел конфликт. Ну, блять, такое бывает. А так и по игре некро это просто один из топовых челиков Left 4 Dead, которых я знал и знаю. Поэтому называть вот этих вот новых людей такими легендарными никами, это, конечно... Ну, такое. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о-о. Заявка от мамы, точка. Спасибо, дед. Это прям почти как Макдональдс. Новоиспеченный. Есть вкусная точка, тут заявка и точка. Такая ответка, да? Ответка на вчерашние тесты. Плагиат? Да я не знаю, насколько он плагиатит. Эстафета принята, да, мама? От деда. В тебе было столько желаний, и месяц над нами светил. Когда по малявиям, придя на свидание, я розы тебе... Ура, начинаем. Команда Сетс за Суров, команда Дикей за Инфектор. Гарантирую вам ровную игру, прям 80%, что я буду прав. Пошла первая... Ну, почти пошла, ладно. Ждем первую атаку. Есть слив жира. Ого,
интересные тут тактики. Состояние жокея, да? Говорит, я в отчаянии. А тут он ко все гилы, неожиданно, на ровном месте. Затянул, а наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе вдруг заглянул. Он как портретист на трехсвязкой, твоим нас с тобой рисовал. Давил, что ты станешь подстилкой кабанской. Ведьма. И с чаем полторта сожрал. Ого, она даже никого не инкапнула. О, боже мой. Вот это, блядь, мув от Рома, это тачка. Да ладно. Да ладно. Ёбаный в рот. Что я вижу? Охренеть, минус 3. Ребята, минус 3. Как утка тряся потроха, тебя провожала по улице нашей, папаша привел женишка. Но как-то под вечер в подъезде к нему подкатил. Да блин, ну на этой ведьме это точно, это была совершенно нестандартная хрень. И пошел эрудит танк, но я думаю, это, конечно, вай будет. Тут ничего, конечно, уже не изменится. Не, ну такие вещи, они добавляют, конечно, смотрибельности игры, но команда, которая попадает на такую хрень, она реально чувствует себя обиженной судьбой. Охренеть. Через весь зал. Бардак молчит. Галька роняет под нос. А ты садишься ко мне на колени. И я плыву. Ну, как-то так. Осталось трое, да и то. Еле ходячих. Но они идут вперед. Заметьте, они даже до второго танка дошли. Что-то как-то эрудит их сильно вперед пропускает. Не-не-не-не-не, такого руки не опускаются, это знаешь, это, ну, это просто невезение. Это невезение, и да, сейчас вполне возможно команда DK почувствует бодрость, они могут получить хорошую фору, но это просто вот не повезло. Да-да-да, первая карта. Никаких еще вообще выводов не надо делать. Это было очень-очень неожиданно. Такие моменты надо куда-то, не знаю, в палату меры весов. Привет, как первый раунд? Своеобразно. Как радует, что ребята быстро собрались и быстро пишут рейди. Нет, рейд, я сглазил. Если будет один кап, не страшно. Хотя можем мы резко задашить, короче. Атаку сулит и бичку расстрелять. И выйти вперед все. Да, не зря, не зря. Не зря. Этот момент стоил кружки пива. Ну что с ней решать? Кому-нибудь надо на бичку оставить. Да, я могу сейчас сливать. Ну, окей. Го? Мрэй? Ставь Лизу. Лиза. Где же та-та? Не помню эти слова. Мотив только помню. Ребята, все аптеки не забывайте. Побудь еще со мной немного, Лиза. Сколько нас играть будет? Я могу взять. СМГ. Поехали. Теперь команда Danger Kids выступает в роли суров.
Посмотрим, что у них будет с ведьмой. Два жира в никуда. Да ладно, почти. Боже мой, это было очень близко. Это почти Хуракан отправился в лужу. Привет, Ван Хельсинг. Приветствую тебя. Ведьма. И ее сагрили, она застопилась. Ну, ее, короче, развели. По-нечестному. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Ну, очень безопасно сыграли. То есть решили максимально отойти от машины, чтобы не было таких эксцессов. Но пока сейчас команда DK очень так аккуратно играет. Нет какой-то бодрости. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Флипси. Чеканной монетой. Точка, 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 точка. Ссылка удалена. Спасибо, дед. Озвучка топ. Спасибо. Ну, теперь, конечно, будет тяжеловато с Сейнсом. Ого. Я даже такое не слышал, если честно, у Кипелова. Второй контроль уже идет, почти половина. Есть шикарный заблёк, надо танку поработать, да-да-да, вот сейчас можно поработать. Зашел основной контроль, отошел. Камень не прошел. И второй не проходит, ну там тяжелое место крутить камни, на самом деле. И опять сели, ждут. Ну, правильная тактика. Нечего им бежать на второго танка, потому что им надо делать очки. Зашел, дал панч, еще дал панч, еще дал панч. Слушайте, ну хорошо. Боже мой, да он хорошо раздал там. Ну, единственный минус всей этой хуйни, то что они сейчас все поднимутся. На снарягу, точка, жду тебя в Припяти. Спасибо, Ван Хельсинг, спасибо большое. Вот проверили, Donation Alerts тоже работает. Спасибо. На снарягу ждем в сети. Ладно, как-нибудь я все-таки туда вырвусь, когда меня ностальгия сильно замучает. И второй танк еще не пришел, а первый далеко ушел. Нет, вот появился второй танк. Давайте к нему. Он свеженький. Это Элиас. Элиас бежит к ним. Ну, на самом деле-то, смотрите, Дикей тоже нихера нехорошо себя чувствует. У них так-то все не прям уж так и позитивно. Главное танкам не отдать лут. Это самое главное. Ой, а что это? Ты о чем? Совесть, ты о чем? Слушайте, а у меня такое ощущение, что они не дойдут до убеги. Хотя нет, могут дойти. Подписка про бусти? Аху его знает, эти бусти всякие сраные. Это... Я донейшн подключил. Там Текила писала, что типа какого хрена с Европы не принимаются деньги. Ну вот я решил подрубить свой старый сервис, который я 3 года даже не проверял. Вроде там... Видимо, это
на донейшн такая хуета, которая сама вылезает, даже не спрашивая моего разрешения. А почему коктейль? Почему коктейль не юзается? Танк половина ХП, второй контроль. Это у всех выходит? А-а-а. Ну ладно, ладно, я посмотрю, что это вообще за муть такая, конечно. Ну надо, надо, надо восстановить контроль, надо прыгнуть и попробовать кинуть камень. Это лучший вариант будет, танк. Не-не-не-не. Панч, нет. Проспал момент на панч, но... Ладно, камень, молодец. Молодец, восстановил контроль, сядь. Этот камень не нужен уже. Ладно, молодец. Практически не потерял ничего, второй тоже зашел. Все хорошо. Да, песня отличная, первый раз слышу. Вот не поверьте, ой, хороший камень закрутил. И увернулся еще и от коктейля. Мэлис молодец. Отлично, отыгрывает. Минус. Хорош камнем. И еще камень. Элис вообще просто молодец. Из последних как бы сил. Просто отличные вещи делает. И чуть-чуть осталось здоровья. И тут пару атак хороших. Они умрут. Нет, Элис местный. А вот Спайрекс, да, Спайрекс. С Туниса. Есть, еще восстановил контроль. Молодец, просто молодец. Отлично, держит контроль. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о-о. Мама, все для тебя и точка. Спасибо, дед. А, у нас открылась новая сеть заведений «Мама и точка». Воу-воу-воу-воу. Осталось трое. Дождались этой песни. Слушайте, она даже такая громкая. Можно я ее сделаю чуть потише? Лиза, еще вчера мы были вдвоем. Еще вчера не знали о том. И они не дошли до убеги, как я и предположил. Поэтому всего лишь 100 поинтов разницы. Все еще впереди, ребят, отлично. Сказать о самом главном, тебе всего лишь несколько слов. О, Лиза, Лиза, не исчезай. Лиза, не улетай, побудь со мной. Как мне нравится вот эта вот строчка в этой песне. Не улетай. Не улетай. Рудит куда-то. Я сегодня, Лиза, я так хотел признаться тебе, что я навек обязан судьбе за то, что ждем Рудита. Решил перезайти в эту игру. Что-то подправить, наверное, у себя пошел. Может, чит какой-то сбился. Сегодня между нами моря.
сильнее день ото дня. И только я, как прежде, буду верить, Лиза, что ты все так же любишь меня. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай, побудь со мной еще. Не, ну я просто другого не вижу резона перезаходить в эту игру. Какой смысл перезаходить Left 4 Dead, кроме как у тебя что-то сбилось в настройках? Не обязательно чип. Все может быть. Ладно. Представляете, даже я, не Лиза, и то знаю тоже эту песню. Знаешь, я с тобой полностью согласен. Даже спорить не буду о том, что это хорошо. Ну пора уже. Рудик-то пришел. Спасибо за атмосферу 90-х. Как раз в ожидании Эрудита мы отлично послушали Лизу. Привет, Химера. Неужели ты пришла почти в начале игры? Вот это да. Поехали. Поехали. Все, ребята, Лизу послушали, говорят, поехали. Ну, поехали. Ой, я даже эрудит услышал, что-то его там заебало. Подождите секунду еще, а вот если я вот сюда подходю, тачка накатится? Так, Дикей первые. Ну интересно, будет хоть минус на этом турнире, на этом месте? Уже третья игра, минуса до сих пор нет. Кстати, может быть и про песню. Говорит, слушаю, сижу стрим, а там какие-то лисы. Два жира минус. Вернее, один минус, а второй просто в никуда проблевался. Тачка не доехала. Ой, нифига себе. Все-таки кое-как закатали одного. Но нету больше никого в респе, поэтому просто инкап. Ну вот начинается парк. С лошадью. Ребята, это 100% лошадь. Я вчера все видел. И будем смотреть, будет ли повторение вчерашней истории. Ой-ой-ой-ой, ведьма. Это минус. Это минус. Да-да-да-да-да, скин минус. Как неожиданно. Ну вот ответочка от ведьмы. Просто ответочка, заметьте. И еще два инкапа. Вот так вот. Ведьмы работают. Жир, гром.
Принят комментарий от пробегавших мимо. Да какой 25, ты что? Тут все 39. До сих пор играем на рисованных человечков. Ты бы еще консервных банок насобирал. Спасибо, спасибо, спасибо. Консервные банки тоже иногда нужны. Положить чего-нибудь, а... Спасибо за донат. Начинается тут... О, кстати, кстати, есть дев. Есть дев. Ну-ка. А почему не поднимают? Странно, коллапс. Ты же дефибриллятором. Можно было попробовать поднять... Нет там ничего. Я вам отвечаю, я... Как следующая команда пойдет, я вам специально приближу на секунд 15. И на этом историю с конем мы закроем. Гром, отлично, отлично. Элиас вообще по красоте отвозит назад последнего. Почти инкап, но Кура сообразила. И да, теперь это точно будет инкап. Красиво. Этот человек, кстати, с дефибриллятором. Не-не-не-не-не, какая зоография тебе, ты что? И представляете, он умер с дефибриллятором, и просто к нему никто не пойдет, потому что это опасно. Вот так вот, минус деф. А надо было поднимать свое время с кино. Куча аптек, но два минуса. Скин Битбой, да. Да, именно он. Да, вертолет нашел. Ты права. Это для меня было целое открытие. Гром не перелетел, не хватило ему чуть-чуть сил. Блять, бомж нахуй, он капнул. Продержишься? Пиздец, блядь. Соберись и пошли дальше. Давайте мы перейдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдем спереди. Лучше. Гром. Громила! Неплохо атакует. Чуть-чуть не хватило плёва, чуть-чуть пораньше. Хотя нет, нет, вот. Всё-таки сработали, есть инкап. Пушистика. Эй, осторожно! Мне нужна помощь! Вставай, вставай, сейчас же! Бомжи, они такие, да. Скрытая сила в этой игре. Ого, 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 спасибо большое, текила. Вот так вот проверочка прошла успешно. А вот к нам и залет в евриках. Алкоголь. Так, решила со мной поделиться своей зарплатой в это время. Сибила. Танчик. Спасибочки. Ну, мне кажется, сейчас будут проблемы у команды DK, потому что их всего лишь пятеро. И я думаю, танк должен тут их вайпать.
должен вайпать, ну, конечно, не в соло, а с помощью тиммейтов. Молот не попал. Да-да-да, она говорила, поэтому я говорю, чуть-чуть заморочился сегодня, оживил Donation Alerts. Решил проверить, что там за сервисы приема денег. И там принимают все, что угодно. Совесть тут, админ. Ну, видишь, совесть нужна везде. Как без совести жить? Без совести можно, но, блин, неправильно. Привет, привет. Спасибо большое. Проверка прошла успешно. Банками по курсу Центробанка можно. А какой курс? Помощь, мне бы сейчас не помешало. Так, ну Сибилла 4000 хп. Ребят, конечно, уже мало хп осталось, но они пока не умирают. Им надо что-то делать, чтобы танк не умер раньше времени. У Сибилла явно не будет вылезать, она будет вот здесь где-то кидаться. Тридцать копеек, ну ладно. Ладно. Сдаем банки оптом. Он контроль просто смотрит. Опять смотрит. Привет. Привет. Что-то иногда у меня голос слагает. До сих пор все еще никак не могу выздороветь. Я аж на больничном тут даже целых 4 дня болтаюсь. Сиба молодец. Сиба правильно играет. Зачем вам отдавать здоровье и оружку? Ты сейчас в маске? Нет, я только в трусах. Маску решил не надевать. Ничего, ничего. Как сидел на танке. Мне надо прийти в себя. Уйдите, мало хп у танка, мало хп у людей. О боже мой, ты килла, ты что творишь? Нифига себе там закидки в мой Donation Alert, спасибо огромное. Да ты вообще, ты так деда переплюнешь с его банками. Придется тебе две звезды рисовать в чате. Огромное спасибо. И вот так вот Сибилла умирает, раскидала по разные стороны таблетки и оружие. Но в это время Рудит умирает, не успел он лечиться. Подбирает тут дроп. Осталось четверо. Ну, я думаю, вряд ли они, конечно, что-то уже сделают тут серьезное. Сибилла максимально долго тянула время. Идите вперед. Это нам понадобится. Элис, прекрати. Кадис, а ты чё, кстати, не стримишь? Ты же вроде собирался, нет? Или я ошибаюсь? Дэвид, ты будешь стримить дальше? В плане, дальше сегодня? Сегодня 100%, да. А так каждый день, как бы... Каждый день, ну...
тоже планирую, но не всегда мои обстоятельства позволяют. Но в данный момент пока в строю. Да неужели они все до сих пор идут? Смотрите. Они, то есть, по максимуму несут дистанцию. Разумеется, они не дойдут, конечно, до убеги, но до ивента, то есть запустить, вернее, отключить эту кнопку они даже, наверное, смогут. Госзадротами, Дэви. В плане, ты о чем? Госзадротами. Я не понимаю. А, Соляра? Нет. Мое время вышло еще пару лет назад со всеми этими миксами. Мне неинтересно. Все, я пошла. Спасибо тебе огромное. Ты зашла настолько уверенно, что я даже не знаю, кто теперь тебя тут переплюнет. Если только дед с банками. Спасибо огромное. Хорошего тебе вечера. По поводу... Ведьмаку заплатите. Ладно, сейчас продолжу. Монетой, чеканной монетой. Точка. Дед попрощался точкой. Спасибо. Привет, негатив. Привет. Давно я капитана не видел. Наши команды... Ребята все еще четверо идут. Бог ты мой. Как долго они будут идти? Даже они все-таки лягут. Как обстановка? А весело. Хорошая игра. Есть неожиданные моментики с ведьмами. Когда они умрут? Я не могу понять. Да, кастерку сделали. Прикольно работает. Килоси никак не может уйти. Спасибо огромное. Ты даже на прощание решила меня поддержать. Огромное спасибо. Ну, наконец-то, пошли минусы, все. Заканчивается все-таки мучение команды DK на этой карте. Очень долго они шли. Гляди уже. Дед не может перебороть такое, да? Вот такая вот интересная карта. Я, кстати, начал говорить по поводу миксов. Мне раньше нравилось играть. Была у нас компания людей, человек 15, где постоянно получалось собирать нормальные миксы, а потом куда-то это все ушло. Ну и у меня интерес ушел. А играть с рандомами не хочу. Да и вообще не хочу. Game Start. Ребят, ну что? Тут-то будет минус. Так. Уже столько моментов здесь видели, и
До сих пор все без минусов. Сейчас скачу лет. Вот это да. Вот это открытие. Привет, ты смотришь из Японии, я лучший русский стример? Вот это да. Ну ладно. Ладно. Пускай так. Сверху же. Только там написал нахуй это говно. Ну ладно. Креативно. На японском. Попытались выкурить, не получилось. Мимо. Ого! А вот это было не мимо. Это было два инкапа. И опять же, то есть заметьте, есть инкапы тогда, когда уже атака вся прошла. То есть нету поддержки на второго грома. То есть инкапы все же проходят. Всем хорошего вечера и пивка побольше. Спасибо, негатив. Отличный заход на пиво, да. Пиво, кстати, баночку я сегодня принял, чтобы голова чуть меньше болела. Спасибо огромное. Привет, Олег Бушев из Иваново. Ведьма. Смотрите, ведьма, ведьма. Ребят. Гром решил не вести к ведьме пока. Дикпики кидают. Ну, конечно, как иначе. Дэви только дикпики. Гром привез к ведьме, но, разумеется, она не реагирует. Решили, ну ее нафиг, пускай стоит, не будем ее трогать. Тут кто-то заблудился один. Элис заблудился. Элис один, ребят, Элис один. Да ладно, вы это видели? Он убил двух громов. Вообще, а че его так одного оставили, или он заблудился? Черт возьми, это был интересный момент. Он чуть-чуть не поплатился за то, что пошел по какой-то другой стороне. Да, счет правильный. Или нет. А, в спекхуде не знаю, ребят. В спекхуде не знаю. У меня в табе неправильный. Ну, намного лучше команда Saints подходит сейчас к танку. Очень-очень так они бодренько прошли этот момент с парком, с ведьмой. Вот здесь пару инкапов поймали в проходе. Ждем танка. Есть, дождались. Танк Хуракан. Ооо. Посмотрим на танк с миксов. Какую тактику игры он предпочтет.
Что-то не получается у него тоже залезть. Ага, ага. А куда он пошел? А, он решил таким сразу путем пойти? А, они решили отойти, поэтому он бросил идти сверху. Все правильно, в принципе. Как-то неудачно, ребята, отошли. Смотрите. Одного оставили. Это может быть сейчас опасно. Ой, боже мой. Как это может быть опасно? Твою мать. Чё не так с командой Saints? Он контролит. Так, тут минус. Хан доедает. Это минус Despair. Второй хан тоже пытается доесть. Это Элис сейчас умрет. Он умрет. Не, поднялся. Он поднялся. У него была хилка. Ну и бомбы, конечно, надо было встать на прострел, где свои бы простреливали. А сейчас бачок пропадет. Кстати, сейчас бак пропадет, и команде надо бежать танка бить. А нет. Вот пропал, пропал. Боже, как я почувствовал этот момент. Хуракан ошибся буквально на пару секунд. Попадает камнем, и все же минус Элиас. Осталось пятеро. Плохо, плохо, плохо Сэнс играют. Ребят, ну плохо. Ну, блядь, ну такой был момент просто вырваться вперед на этой карте. Но очень неудачно стали отходить. Плохой отход у них вышел. Как мы на ласт игре? Мы на ласт игре косячили все карты подряд. В эталонную можно заносить эту игру. Как не надо играть. Не, ну почему? Здесь можно отойти. Главное отходить очень организованно. Это хорошее место для отхода. Но так как команда Saints отошла, так не стоит делать. На минус 2 это неправильно. У Харакана еще 8500 хп. То есть у него сняли только 2000. И второй контроль половина осталась. Он сейчас пойдет. Не-не, ничего, не забыли, это тактика игры. Готовится атака по танку, танк пошел. Сейчас пойдет атака, есть слив грома, есть плево. Гром в плеву, это хорошо. Это вот, это мощно вышло. Это мощно на 2 инкапа. Танк одного гоняет, не может попасть. Его очень неплохо тут гоняют. И все же он попадает. Гром одного попытался отнести, но далеко не отвез. Есть почти вся команда в инкапах. И надо срочно самим подниматься. Нет? Вот это да. Вот это да. Это был такой момент, чтобы выйти вперед. И они неожиданно умерли на достаточно простом танке-то. Так-то по сути. То есть дело не в Хуракане, а именно в этом месте. Что это его достаточно просто играть, но вышло. Вышло как вышло. Чеканной монетой, чеканной монетой. Точка. А, очередная точка от деда. Дед просто выполняет какую-то норму по точкам. Спасибо огромное. Да, это такая, как бы, болезнь, ну даже не болезнь, а реакция всех зрителей на стримах пытаться перехватить управление. Нифига себе, какой-то уже скач в эфире.
Гегеквит? Да ладно, ну прекрати. Рано еще. Такую функцию сданат. Кстати, на каких-то играх, тот же, допустим, Detroit Become Human, а вот там есть функция, типа, если ты стримишь где-то на Твиче, то зрители могут голосовать за тот момент, ну, за тот вариант, какой тебе надо выбрать. Если там большинство как-то выбрало какой-то момент, то именно этот момент и используется в игре. Вроде бы, если не ошибаюсь. Я не проверял, но насколько я помню, это так. Да, ну я не знаю. Ну, тильтануть, конечно, можно от такой встречи танка, я согласен. Блять, это были большие ошибки, серьезные ошибки. Встреча танка этого. Очень серьезная. У них был очень хороший момент взять эту вторую карту. Detroit Become Human очень прикольная игра. Если вам интересно интерактивное кино с достаточно неплохим сюжетом и большим выбором решений, то советую. А так, если из этой же серии что-то интересует, то Heavy Rain. График, конечно, похуже, но как сюжет мне даже больше понравился. Дожить до рассвета ее ж нет на ПК-рне. Она ж только на PS. Сейчас вышел карьер The Quarry. Говорят, похоже. Ну, из этой же оперы это серия игр. Забыл, как она называется. Где Little Hope, Medal of... Medal... Нет. Man of Medan. Вот сейчас вышло Devil and Me. Прикольно, интересно. Особенно если с кем-то играть. Ну, Фаренгейт это совсем уже древняя вещь. Спайдермен, но сейчас дополнение вышло. Майлз Моралес. А основная часть вышла еще как месяца два назад. Кстати, мне не очень зашло. По графике прикольно, управление прикольно, но что-то геймплей меня не вставил. Я поиграл часов 5 и плюнул. Спасибо, дед. Это было достаточно своеобразно. Просто неожиданно от тебя такие песни слышать. Ты чаще в другую лирику. Ну, скажем так, мы развиваем кругозор. Учитель, дети. Он на ютубе стримит, за это не забанит. То, что сказал, пожалуйста. Получается, раздевайся. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Много. Много. Только точки не озвучились. Спасибо, дед. Спасибочки. Что очень долго. Взрослые дядьки. Да, мы даже взрослые уже в Лефт не играем. Мы уже чересчур взрослые. Зашли в крик-симулятор. Во. Во, другое дело. Я вчера очень грустно сидел. С самого утра ничего и не ел. 100 лет не слышал эту песню. Шаром как прокатило. Я вообще-то и забыл, чтоб там когда-то что-то было. Поспешил подружке я. Ее папа живет круто. У нее всего полно. Сварит меня супа. Оказалось, что она ничего и не варила. И варить-то не умеет. Правда, что-то предложила. Моя мама варит классно, может быть. Подождем мою маму. Подождем.
Ну, вопрос еще, к какому это стримеру было адресовано? Мне, либо Хуракану, либо там, кому еще там сегодня стримеров на полкоманды. Так, ну опять у нас ДК первые. И к последним играм решил чуть-чуть отнести, но это уже было не опасно, потому что вся атака слита. Спасибо, совесть. Ждем. Ждем окончания песни деда и принимаем твои заявочки. Привет, Кредо. Ой, тут неплохо. Тут клёвые. А, Стан помог. Сегодня без матов. Ну ладно. Здорово, опять. Какой толковый бультерье. Привет, и ты, любовь моя. Да, милый интерес. Братан, ты не врубаешься, мне нужен реальный товар. Спасибо, спасибо. Ну, по крайней мере, я какой могу давать товар, такой даю в эфире. Лучше у меня нет. Спасибо. 2К новый роутер. Да, ждем. Ждем 2К, ждем новый роутер. Посмотрим, как очередной кинетик будет себя вести, блять. Съебал мне этот кинетик дуо. Вот так вот ведьма побегала, побегала в огоньке и ничего не сделала. А тут попытались последнего отвести, но не удалось. Быстро убили. Никак не могут поднять, плево плюют, мешают встать. Дэви, что за прога? Какая? Ты о чем? Прога на очки? Это не прога, это... Это худ, который берет картинку со специальной веб-странички, которую создал зомби Хана. И она автоматом обновляется со статистики кора. Спасибо за песню «Совесть». Это теперь твоя, которую пропускать спокойно YouTube. Через ABS, да? Да. То есть, ну, я вставляю как стандартную, как бы, браузерную вещь. Так, две плевые, гром, больше пока никого. Есть один кап, фармацевт в инкапе. Привет, Рокс. Зомби тебе сделал для тебя? Да нет, я думаю, это сделал он именно для турнира, но попросил попробовать, я, разумеется, согласился, мне понравилось. И, следовательно, использую этот худ. Можешь поговорить с ним, так как это не моя интеллектуальная собственность, не буду распоряжаться ссылками. Если он тебе предложит такую же использовать, то, разумеется, конечно, попробуй. Нет, на обычных не работает, только турнир. Пришел болеть за Хураканчика, но я даже не сомневался на самом деле. Что ж, Хураканчик пока впереди. С учетом того, как плохо отыграли Saints на танке на второй карте. Кстати, Хураканчик был танком. То я думаю, команда DK на плюс морали, что не скажешь о Saints. Но я могу ошибаться про мораль Saints. Может быть, там действительно все в порядке. Они восприняли это достаточно философски.
битрейт сейчас какой? Ну, почти 12 тысяч. Идут. Спокойненько принимают атаки. Немного страдает, но все же уверен, достаточно идут вперед. На самом деле сейчас все самое интересное будет впереди, в канализации. Постоянно, кстати, хороший заблев идет. Вот чего не отнять, то всю карту ребята страдают в заблеве. И появляется танк, не успели они спрыгнуть вниз. Хуевое место для игры за танка. Траблмейкер. Так, ушел я от него. Ждет, когда команда что-то сделает, чтобы ему вылезти попроще. Должны отвлечь. То ему сейчас напихают сильно, пока он будет вылезать. Ой-ой-ой-ой-ой, найс! Боже, это очень круто. Это очень круто, блядь. Второй гром, конечно, хотел, скорее всего, отвести в дырку, но не получилось. И поэтому даже чем-то помог Суровым. Вывез из плёвы. Но вот этот заблёв и гром с плёвой первые. Было круто. Это очень круто. Спасибо за музыку. Дэви, у тебя другая учетка в тим? Нет. Вся та же самая, все... Все сколько там, 12 лет? Вся одна и та же. Это что за соцопрос такой, Кадис? Ну-ка. Это ты к чему сейчас такой опрос? Отходит назад. А, я думаю, отходит за патронами, наверное. Не попал камнем в последнего. Танк почти full HP. Еще и 50% здоровья. Опа, чири. Все, банк в рот. Ушел собирать банки. Спасибо, дед. Вот такая вот финальная точечка. И пока я... Отвечал на донат, тут оказывается пушистик внизу, его громом снесли вниз. Это больно. Я думаю, минус не успеет сделать, но проблемки есть. Ну да, я просто вечно в инвизе, как бы не вижу смысла особо быть видимым. Дед пенсия слил. А вот и все-таки минус пушистика, все-таки его добили. Отлично, они сыграли, и в гром не попал. Не попал в канализацию. Нет здоровья. И танка практически не пушит. Коуча попадает по голове перед тем, как спрыгнуть. Есть инкап скина. Горит бедняга, не хочет получать дамаг. Все, спрыгнул. Нет, спрыгнул, но и все-таки никак не потушится. Там все еще горит. Все, потушили. И в это время ребят пытаются подняться наверх, но Сейнс уже приготовили встречу. Собираем дед на пиво. Че, хороший сбор? И? Ну ладно. Там, конечно, хай, но... И так, и. Спасибо большое за донат. Расставились внизу.
у Траблмейкера еще первый контроль и половина хп. Он начинает подходить. Внизу помогают. Танку. Пошел раздавать. И все, он умирает. Очень его сильно нашпиговали. Спасибо деду за пенсию. За пенсию. Поддерживаю. Ого. Тоже неплохая музыка. Добавляет драйва в игру. Как раз смотреть от первого лица, как рубит зомби. И опять же поддерживаю Агафа за то, что, ребят, добавляете действительно активности. Не смог вылезти, не осилил эту лестницу. А тут все очень печально, смотрите. Похоже, это ГГ. А нет. Кто-то еще сам поднимается с помощью своих собственных сил. И поднялись. Поднялись. Да, насчет процентов я с тобой согласен. Наверное, придется тебе зарплату выделять. Ну вот, мама сидит голодная. С мамой не будем ничего брать. Второй танк. Спайрекс. Ну, залезай на мост, танк. Ты что? Давай, залезай на мост. Кидай к ним машину эту. Кидай машину. Кидай, пока они не вылезли. Пока их там немного. Кидай танчик. Давай. Ну не жди, пока они все залезут. Танк. Ну танк. Ну ладно. Будем надеяться, что это сработает. Так, ну ладно, этого сейчас он закатает быстро. Да, есть минус фармацевта. И танка подожгли. Он сейчас умрет. Бог ты мой. Очень быстро отыгранный танк. Тебе звезды заплатили, да. Ты же маршал. Че тебе еще надо, да? Вообще, с таким трудом идут дикей. Вот прям на тоненького. Вы чувствуете момент буквально вот еще чуть-чуть, да? Какие-то моменты, они ложатся. Но нет, не хватает вот именно вот этих вот определенных нескольких секунд. Они умудряются встать и идут дальше. Ого, там вылет. Мощный жир. А теперь на рыбку. Спасибо, ребят. Спасибо огромное. Пиво, рыбка. Все вместе. На танке. Танка ракеты ударила. Ну, как-то он, конечно, надо было ему раньше машину кидать, потому что... он немного упустил вот этот момент. Они все уже вылезли. Пиво с рыбкой — это то, что надо в наше непростое холодное время. Осталось 1400 лагов. Не, насчет того, что и лагов не будет, это я не обещаю. Это никто не говорит, что это поможет.
То, что моему роутеру поможет, это 100%. Да когда они лягут, а? Вообще. Опять они идут, максимально несут дистанцию. Видите, их четверо. То есть все линейки максимально считаются, максимально несут поинты хотя бы за дистанцию. Не говорим уже про бонус в убеге. Торрент на паузу ставь. Да вообще выключаю. Осталось вообще чуть-чуть. Просто какие-то пару атак, наверное. Хороших пару атак, и они мрут. Но хороших атак нет. Есть атаки по одному. На по одному и чисто на инкап. Ведьмаку заплатите чеканной монетой. Чеканной монетой. Прочитал. Уже прочитал от негатив. А в холостую не хочется. Вот еще. Спасибо огромное. В холостую, да, мало кому хочется. Да, теперь трек есть. Спасибо. Да когда они лягут, а? Ну когда они уже умрут? Эрудит минус. Осталось трое. С каким трудом они идут? Они просто вот на какой-то на зубах. Реально вот скрипя зубами, но идут вперед. Ползут. И почти добежал до убеги Рошель. Смотрите, они практически, опять же, практически всю дистанцию забрали. На силе воли, да. Ага, лавировал, да не вылавировал. Ну вот что-то типа как-то так. Ready on ready. Команда инфектов не готова. На селе воли. На селе вообще воли нужно жить. Как же без этого? Все, эрудит на месте. Начинается игра. Блин, давайте переживать за Сенс, ребят, чтобы в четвертой карте у нас была интрига. То есть Сенсом надо доходить всем и доносить всех в убегу, и тогда будет ровный счет. Практически ровный. Предлагаю, то есть независимо от как бы предпочтений по турниру, на этой карте болеть за Сенс, чтобы было смотрибельно четвертая карта. Ну, неплохо, неплохо. Вот здесь вот Гром неплохо отыграл. Ну, так, конечно, не смертельная была, но как-никак дамаг определенный прошел. Так, молодцы, быстро проходят. Не задерживаются, есть заблев двоих.
Гром отвозит последнего. Лёва попытались подплюнуть под этого Грома, но... Гром очень далеко отвез, и Лёва плюнули, ну, куда-нибудь. Пока нормально. Пока все уверенно. Команда Saints. Спасибо, Негатив, за музыку. И за пожелание пива с рыбкой. Так, ведьма, ведьма, ведьма. Она ищет свою жертву. Ребят, она ищет, куда бы ей напасть. Да, она нападает, это минус. Это просто, блядь, минус. Боже мой. Просто на ровном месте ведьма убивает траблмейкера. Они, наверное, даже не поняли, кто ее сагрил. Вот так вот. Да. Ну ладно. Теперь хотя бы шестерым дойти до убеги. Это будет тоже неплохо, но это уже будет сложнее. Все же одного человека, когда не хватает, становится тяжелее с каждой пройденной минутой. Ребята, а чё, чатик умер? Алло, ребят. Почему такая тишина? После фразы Агафа. Мы тут... Фу, спасибо, я просто у меня как раз в это время... Все, все, спасибо. Спасибо. Ну, удачной охоты, сталкер. Спасибо, Ван Хельсинг. Ты разбавляешь нашу странную игру вот этими закидушечками из своей замечательной зоны отчуждения. Спасибо огромное. А, смотрите, я почему так переживал за этот чатик. У меня буквально вот до того, как вы все чуть-чуть притихли, у меня была ошибка 503 чатика. Я и подумал, вдруг какие-то проблемы. Блять, нет, ну... Ну... Мои надежды, конечно, на то, что Элиас дает... Ой, Элиас. Смотрю на ник Saint Элиас и произношу название команды. На то, что команда Saints дойдет в полном составе, что-то прям улетучивается. Тяжело. Ой, как тяжело. Надо лечиться. Либо искать хилки какие-то. О, плёво. Немного неудачно плюнуло. Какой-то косячок в дверной. Вторая плёва уже получше. Но все равно не хватило этой слизи растечься сил. Где танк? А сейчас будет. Они еще не дошли до канализации. Сейчас все будет. Да, вот. Вот все, все. По плану, все по графику. Скин командует танком. Будет сразу вылезать, нет? А, нет, нет, сразу не лезет. Ждет, когда тиммейты тоже подготовят атаку. Ага, ага, во-во-во-во, его пушат. Ну, 1500 сняли. 1500 сняли и 2 инкапа у Суровов. Нормально, хороший размен. Отличный жир. У всех здоровье капает, я не понимаю, почему не лечится. Сейчас же падать будут. Я понимаю то, что они экономят, но... Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Вайми, спасибо большое за донатик. Гафирс какие-то черные лайки ставит. Black Lives Matter. Ой-ой-ой. Как давно я не слышал эту песню.
Спасибо. Уже, как говорится, это даже классика. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. А, спасибо, Дана. Твой донатик опять же ждем чуть попозже. Ты как-то умудряешься попасть в донат, когда уже что-то играет. Спасибо, спасибо. Можно погромче? Да, может. Минус Элис, скин почти умер. Я думаю, не будут они его тушить. А нет, все-таки потушился. Ну, это конечная, ребят. Это конечная. Ну ладно. Разница 600 поинтов. Что ж. Не попадают тайминги. Да, действительно, инсейн. Все верно. Линкин Парк сообщает нам, что после третьей карты наступает конец интриги. Сибилла снова соло гейм. Ну, чё-то не так, чё-то не то. Не знаю, всё-таки мне кажется, действительно они поймали тильт после второй карты. Может, это не сказалось как-то на отношениях к команде? Ну там был отличный момент взять эту карту. А теперь 600 поинтов. И тут уже ничего не сделаешь. Угу. Дед что-то пустое отправил и удалил. Дед постоянно интригу наводит своими удалениями, своих же сообщений. Спасибо огромное за Линкин Парк, блин, круто. Давно не слышал. Танки могут быть сливные, а могут быть просто на этом не на карте. Мне это очень бесит. А теперь врывается в эфир песня от Фиолетовой Свинки на диване. Что-то тоже такое лирично-мелодичное. Это прям под этот плач о потерянной интриге, да? В этой игре. Так, давайте я чуть-чуть сделаю чуть-чуть потише ее. Чё-то какие-то гейские флаги. Дед, ты что там? Что с тобой? Дед там... Деньги закончились, остались только флаги. Спасибо.
Какого зомби ты хочешь поцеловать? Давай выберем тебе. Какой тебе больше по вкусу? Я не такой. Ладно. Поверим тебе на слово. Вроде никогда повода не давал сомневаться в твоих словах. Но твои флаги могут навевать всякие разные мысли. Ну вот. Это уже лучше флаг. Флебустьеры и корсары свистать всех наверх. Геймстарт, поехали, четвертая карта. Впереди команда Danger Kids. Опасные дети. Так, атака пошла. Ну, все мимо. В общем, все мимо. Вышло немного печально. Готовиться ко встрече с гостем. У меня 100 хп, кстати. Дан, спасибо за такую лирично-позитивную вещь. Вылет жира был прекрасен, но никого не заблевал. Как все грустненько. По атакам. Перезаряжаю. Так, 54%. Осторожно! Никто не знает, кто не играл. Все играли. Не играла только. Все остальные играли. Эй, я перезаряжаю. Так, жир. Не может. Так, я снова тут. Чуть-чуть. Немножечко отвлекся, но не от игры. По крайней мере, ничего сильно мега страшного не произошло. Так, готова атака в этот проход. И все равно то, что она готова, ничего не произошло страшного для сурвов. Очень легко идут. А мы тут. Прикольно. Я уже одним глазом смотрю. Блин, жаль, что в четвертой карте действительно пропадает интрига и уже. Кто-то устает, кто-то понимает, что ничего не произойдет. А хотелось бы прям, чтобы все это до конца работало. После 2 литров пива. А, ну понятно. Тут даже дело уже не в четвертой карте. Тут дело немножко в другом. Тут дело во втором литре. Танк. Ивент не вызвали. Танк. Диспер. Да, запускают ивент. Они решили, что ну и нахрен сидеть. Все это дело. Ой, хорош. Эх, чуть-чуть не долетел. Элис.
А был бы инкап. Танк кидает, машина. Ой. Ой, 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 близко, близко, близко. Как это все близко? Как это было все близко? Я эту зону, я в город хочу. Выбирайся, выбирайся вам. Выбирайся из зоны. Пока она тебя не сожрала. Ой, хороший баг. Красиво, красиво. Так, а где танк? Ага, вот танк. Танка подожгли. Но быстро потушили. Я все жду, когда этот баг пропадет. Конечно, прикольно, она его кинула, но сыграть его тяжело. Жиры по одному проходят. Так, ну все, Суру устали сидеть и пошли вперед. И все очень быстро прошли, никто их не сбросил. А где-то ведьма. Ну ладно, где-то она есть. Не будем ее раньше времени искать. Сурвы ждут танка в доме. Есть панч и отошла. Еще много здоровья. 8000. Эй, хватит нас бомбить! Не поджигайте сухой. Наверное, оставим это на следующий стрим, да? Интригу. Кто же это сделает? Танк попытался ударить, не получилось. Танк зашел, есть удар, отошла обратно. Осталось 4500 здоровья. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ня, все, спасибо большое. А вот и приз, звезда в чате. Обязательно добавлю. Ну там руками надо добавлять. Автоматом это не работает, поэтому на следующем стриме все будет. Всякие звезды. Спасибо большое. И в это время умирает танк. Надо разобраться, как оплачивать. Ну, кстати, в этом Donation Alerts работает с Казахстана, я так думаю. Там очень много сервисов, которые работают. Это на Юмани, только с России. Прикольно смотреть от первого лица вот под такую музыку. Вот это работает, то есть именно под бодрую музыку смотреть от первого лица, это доставляет какое-то определенное удовольствие.
Ведьма. Ну ладно, от ведьмы мы все же посмотрим, что она тут сотворит. А ее быстро убили. Да, ну четвертая карта, конечно, уже совсем уничтожает интригу, которой, правда, и так не было после третьей. Ребята спокойно идут. Осталось, скажем так, юридически оформить итоговый счет, чтобы понять, с какой разницей команда Danger Kids побеждает команду Saints. Появляется второй танк. Что тут будет интересного происходить? Спайрекс становится вторым танком. Бак кидает. Охо, видели эту траекторию? Это было прикольно. Сибилла тормозит Спайрекса. Спасибо за музыку. Говорит ему «но-но-но-но-но». Хорош. И не подожгли танка. Молодец. Спасибо тебе, дед большой-пребольшой. Хорошего тебе вечера. Сходим назад, кто-нибудь со мной. Я его дамажу. Не-не-не, дым. Отходят они назад. Я так понимаю, где-то искать патроны, что ли? В принципе, их тут нет. Они только внизу. Ой, хорош! Хорош. Да в лифте, в принципе, языковой барьер, конечно, не особо сильно влияет, если ты понимаешь язык игры. Но в некоторых каких-то мега важных моментах, да, где надо очень быстро дать какую-то своеобразную команду, да, а ты не понимаешь... Это, да, может внести какой-то небольшой дискомфорт командную тактику. Хорошо дамажит. Танк пошел. Обновил, да, обновил контроль, ушел. Его, ну, попушили достаточно активно. Осталось 2000. Попадает камнем. А с противоположной стороны
Очень неплохо. Тиммейты проатачили. Все красные бегают, дикие. У танка 1500 осталось. На месте танка я бы отошел бы совсем далеко, отдать боту контроль. Попади, ну попади, не, ну, тут тяжело, конечно, попасть. Два проема, надо очень четко, конечно, попасть. Все, пошел бот. И Эрудит не дожил. Да в беге. Минус один. Одновременно с танком решил умереть. А я думал, они уже пройдут вперед, но нет. Сзади проходят неплохие атаки. Есть инкапы. Ой-ой-ой, жир спереди. А их заблевал. Надо перезарядиться. Осталось буквально каких-то несколько десятков метров. Кого еще потеряет команда Danger Kids? Перезаряжаю. В этом итоговом рывке до убеги. И вот коллапс. Коллапс не дожил. Осталось пятеро. Инкап. Инкап. Не дают, не дают поднимать. Ох, плево. Немного, немного в никуда. Еще инкап. Еще инкап. Нет, не хватило буквально полсекунды для еще одного инкапа. Поднимайся, отцов. Ладно, я помогу тебе встать, но нужно спасибо. Срочно вылечиться. Иначе тебе конечно. Есть инкап Хуракана сзади. Команда сейчас будет ждать, наверное, когда он приползет. Кура, 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 кура. Нет, куру убили. Ползком преодолевает последние метры. Гром красиво, но врезался. Не оставляйте меня тут! Помогите! Ну вот и все. Пятеро. Пятеро дошли до убеги. Отлично отыграли. 2176 на 758. Ой-ой-ой. Какой большой разрыв. Хорош. Да, давайте мы уже забаним. Мы уже не проиграем. Какой большой разрыв. Да, пацаны все красавцы, все охуенно отыграли. Без косяков, конечно, но все нормально отыграли. Не-не, ну типа косяки это нормально. Со всеми случается всегда. Так, возьмите крому. Не можете куру взять, если жор хотел. Блять, можешь куру взять и одну плеву оставить.
Ну, кстати, да, мы прошли вперед. Нельзя сказать. Ну да, да. Мы там отъехали от танка. Инфекты ready. Ждем Суров, Суров тоже ready. Начинаем. Все, последняя финалочка. Так, Huracan on ready. Опять что-то пошло не так. Да, да, а спереди он ему приходится. И бомжей не было, что повезло. Но именно когда мы заходили. Они уже прошли. Рэдди, нажимай. А, вижу где-то нет. Это последний раунд дропит, что ли? Да. Это как паузу перед финалом нажимать. Скин, не зря это сока охуенно подрастил вообще. Ну да, да, я просто. О, я услышал ник Сока. Сока. Сока вообще, по-моему, ни одну ни игру. Тьфу, блядь, ни одну игру не пропустил. Каждый раз за какую-то команду он играет. У меня такое ощущение. Понятно. Потому что Хеннесси не играет. Ой, блядь. Все, поехали. Финалочка. Он более ответственный, так скажем. Ну ничего, против Хеннесси не имею. Красавчик. Перезаряжаю. Ну, там не ты виноват, там просто команда. Некому стрелять. А у нас стрелять есть кому. Это Эрудит, я и... Huracan. Ну, коллапс на самом деле хорошо стрелял. Хоть и делал хуйню иногда. Да я что-то после третьей мапы вообще, блядь, все, охуел. Я уже... Ну вот, сейчас мы слышим только команду DK. Как бы ребята радуются. Имеет право, почему нет? Если что, мы начали. Выиграли, хорошо отыграли. Ну это огонь, типа, если я первая мапа стартанул, за базар, остальные продолжили заебись. Да, короче. Ну выходим. Чё, никто там пока? Элиас не берет аптеку. Все, я рэди. А, все, рэди. Рэди. Все, не уходит. Разрыв большой. Жалко, жалко. На самом деле, эта игра со стороны Saints за инфектов была неплохая. То есть, каждую карту очень тяжело было Danger Kids доходить. И они чаще всего не доходили. Но Saints нахватали проблемы за своих ошибок, я так думаю, все же. Два инкапа, ого. Это сильно. Это сильно. Отличный прилет жира, заблевал почти всю команду. Еще один жир. Решил дооформить это дело, и есть инкап Элиаса. Ну вот это была плевка, конечно, в никуда. Даже если бы она попала куда хотела, наверх. Все равно без... Без какого-то хватальщика это было не очень. Они это кто? Saints? Я думаю, не на расслабоне, а уже на такой минус морали. То есть, ну, понимают, что он как бы... Ничего не поделаешь с этим. Поэтому, ну, вроде играют, а вроде, знаешь, есть понимание того, что это уже бесполезно. Ну, ложатся, конечно, часто. То один, то другой. Гаром пробивает стойку. Ох. Да, устали играть, решили отдохнуть, как вариант.
Ну, есть у меня ощущение, что сейчас будет достаточно опасная атака, наверное, в проходе все же. Мне кажется, сейчас подготовятся ребята и проатакуют более серьезно. Сибила без рук и без прицела убивает Хуракана в полете. Гром один поставил тачку, второй не долетел. Нет, все же не было чего-то такого опасного. Danger Kids решили сосредоточиться на этой машине. И, в принципе, не атаковали Суровов. Сейчас появится уже танк. Плёва отлично заплевали эту комнату. Ну, нет минуса. Нет минуса, есть просто подвис. Дождались танка, так, есть инкап Спайрекс. Коллапс. Командует танком. Не обратил внимания, они запустили ивент? Да, запустили. Трактор едет. Я думаю, они не будут сейчас долго сидеть, а переждут какую-то определенную атаку и пойдут вперед. Ой, ё, боже мой, громы плёвы. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, что не сделал, да. Счет ужасный. Привет, счет правильный. Я не вижу, какой счет на этом, на худе. А в табе неправильный. В табе неправильный, а на худе я не вижу. Пошли вперед. Горячий жир, вы такое видели? Достаточно редкое зрелище, когда жир горит и не умирает. Ну, 1150-276, да, это правильно. То есть в худе правильно показывают. У коллапса очень много здоровья, первый контроль, 9000 хп, дал панч, ушел. Ну и много слил. 2500 хп слил. Немного душит танка. Как они тут легли синхронно. Как они тут синхронно легли. Так, 2500 осталось у танка. Здоровье у Суров. Нет. Танку надо как-то подгореть и умереть наверху, чтобы сделать красиво и не отдать лут. Гром плёва. На меня попало это горячее дерьмо.
куда-нибудь тогда прям сейчас в ебеня уходи, уходи. Танк остался 50% до контроля и 1800 хп. И уходит далеко-далеко. Ой, хорош. Заблёв всей команды. Гром без стана. Пошел танк-бот и умер. Занес им лут в домик. Слишком сильно беспокоиться за счет, не знаю, ну, может быть, это стиль такой, как бы переживать за каждый поинт, почему нет, если это помогает, допустим, игре. Вичка, вот новичка, да, ждем ее. Мимо нее вряд ли они пройдут. Есть молот на ведьму. Пока она заберется, я думаю, ее расстреляют тут. Но она вообще не хочет. Не хочет идти к сырвам. Странное поведение. До конца гейминг. Все правильно. Так и должно быть. Speak English? Нет, в следующий раз. Ой, Есенка Пелли с Хантом. Тут пробитие громом, вообще куча людей, мега атака. Вообще осталось чуть-чуть ребятам до смерти, я бы сказал бы. Мне кажется, на втором танке они умрут. Есть у меня ощущение, что на втором танке они умрут. Ой, блядь. Гром плёво. Идеально. Правда, плёво, видите, плюют вниз. И слизь не попала на эти мусорные мешки. Повезло. С уровом. Чё, прошли там на английском, да? Серьезно? А те дошли до убеги? Да, пятеро дошли. Двое умерли, пятеро дошли. Я хз. Я думал, вдруг там какие-то новые вещи на стриме у Грана и, блин, надо идти изучать. Ну где танк-то? Алло. Танк. Все, есть. Главное, чтоб тут права не качал. Да, это я понимаю, этот весь спам. Так что. На такое не реагирую. Сбросил жир танка вниз. Да, танк, кстати, пушистик. Ну, вы сами видите. Но по классике озвучим все же. Я так понимаю, сейчас вместе подготовятся с тиммейтами и пойдут сразу атаковать. Не лить хп просто так танку,
максимально найти. Пошел. Есть панч, который не попал. Пошел. Дамаг от тиммейтов. Минус Пайрекс. Минус Траблмейкер. Осталось двое на ногах. Не попадает. О, и убили. Убили танк. Вот это да. Я думал вайп. Но команда Saints показывает до конца гейминг. Ох, 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 тут какое серьезное насилие-то. Ну тут прям вообще без остановки, атаки. Очень серьезно дамажили. Ну, вот и все. Я так понимаю, нет, нет, не все. Одного отвезли назад. Эля с ванкапи и... В общем, это минус. Осталось 4 сурва, которые должны зайти в убегу. Хотя диспейр... Один поинт. Тут двоих поймали, осталось двое возле убеги. И... Это все. Нет, не все, нет, все. Хан поймал. В общем, как-то так, ребят. Спасибо за то, что посмотрели эту игру. Спасибо огромное за общение в чате и за мега-донаты. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Возвращаемся в реальный мир из Left 4 Dead.